Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с электронными приборами, которые требуют питания от стандартных батареек либо аккумулятора типа 2А, или еще их называют пальчиковыми батарейками. В данном случае представлен аккумулятор фирмы Panasonic Eneloop, который с 2009 года присвоена эта торговая марка, а так Eneloop придумала конкретно фирма Sony, которая вошла в 2009 году непосредственно в концерт Panasonic. Вот были куплены данные аккумуляторы, которые славятся своей долгостью держания заряда. Раз зарядили, и в течение определенного времени, а в частности в течение года, теряется где-то 10%, но в течение 5 лет всего лишь 30% максимум. Причем был куплен данный аккумулятор на замену аккумуляторов GP, которые славятся своей, как говорится, ненадежность. Можешь вечером зарядить, а с утра уже они разряжены, в отличие от данных аккумуляторов. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте посмотрим, что из себя представляет упаковка. Куплено, конечно, было в Китае. От этого, возможно, у некоторых возникнут вопросы, в частности, в том, что оригинальные либо неоригинальные. Но судя по тому, в каком блистере пришла данные аккумуляторы, по сути, это достаточно правдивая упаковка. Можно 2100 раз их перезаряжать, использовать в различных устройствах, вот которые показаны, и здесь часть представлена. И вот написано, что в течение 5 лет заряжается на 70%, не более. И емкость аккумулятора 1900 мАч. Причем на обратной стороне присутствует Ростест, он поставляется непосредственно в Российскую Федерацию, хотя вот здесь вот написано «сделано в Японии», но, судя по всему, либо упаковывали в Бельгии, и сам штрих-код тоже бельгийский. Выполнено все в Бельгии, а попало как-то в Китай. Здесь тоже вот показано, что разряжается незначительно, практически заряжена на 100%, и в течение 5 лет разряжается только лишь на 30%. Можно перезаряжать свыше 2000 раз. Это, и кстати, это минимальное значение емкости 1900, может быть чуть побольше. То есть вот такой стандартный блистер. Покупал я вот для двух гаджетов. Есть вот у меня такой рабочий фотоаппарат, благодаря которому объезжаешь определенные объекты и фотографируешь. И в нем используется 4 как раз батарейки или аккумулятора типа 2. И второй вот гаджет, это так называемая тележка, благодаря которой происходят съемки. Для него нужно 2 аккумулятора. Вот здесь вот представлены 2. Сейчас мы их посмотрим, как они взаимодействуют с этими гаджетами. Давайте вскрывать упаковку. Такие вот аккумуляторы, причем вот вы не видите, наверное, здесь вот на просвет написано, что год изготовления 2020 года, 1 месяца. При определенным углом можно увидеть эти значения, но я не знаю, видите, не видите. Стандартные размеры 4 аккумуляторов. И давайте проверять, как они работают непосредственно с этими гаджетами. Как видим, все прекрасно взаимодействует. Работает даже вспышка. Без проблем. И давайте проверим еще один гаджет, а именно тележку. Давайте поставим сначала эти вот. Они были заряжены для использования. Ну, как видим, не работают, что часто подводит во время съемки. Поэтому не рекомендую эти аккумуляторы использовать, а использовать именно вот эти. И как видим, все у нас прекрасно работает. Хотя они сейчас новые, но по славе этих аккумуляторов они служат достаточно долго. И давайте сейчас по-быстрому проверим сопротивление этих аккумуляторов при помощи стандартного зарядного устройства, которое есть у меня на канале. Это Литокала. Рекомендуют не более 10% от емкости. То 200 милливольт нету, есть 300. И видим сопротивление от 41 до 52 данных аккумуляторов. Если что-то будет, то я отдельно сообщу, но пока на данный момент времени все меня устраивает. Будем использовать непосредственно эти аккумуляторы для того, чтобы поддерживать технику в работоспособном состоянии и, надеюсь, прослужит достаточно долгое время. Да, и никто не застрахован от покупки возможного варианта брака. То есть в настоящее время здесь брака пока я не вижу. Поэтому тем, кому это нужно, делают свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Посмотрю, как они работают, и мне еще один нужен комплект таких же аккумуляторов, ввиду того, что камеру на всякий случай нужно держать второй комплект, в случае, если у вас от количества съемок завершился заряд непосредственно этих аккумуляторов, поставить новый на замену. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.